здравствуй, Россия! О, ветер, серость, дождь. Сегодня у нас второй день пребывания дома. Вчера был хороший день. Солнечный, тепло. Мы даже чуть-чуть прогулялись. Смотрите, какая трава зеленая. Кусок такой. Вот так вот выглядит у нас Подмосковье. На улицу мы, конечно же, сегодня не выходим. А у меня разбор чемоданов день второй. Вот у нас на балконе пустые чемоданы. Это все еще нужно убирать в шкаф. Чтобы убрать шкаф, нужно шкаф разобрать. Я уже чихаю от пыли. Посмотрите, здесь мешки, кому что отдать. Это бабушке в Брянск, это тоже. Это друзьям. Тут что я продаю. Это тоже пустой. Здесь варенье. Алиса делает уроки за 2 дня. Наконец-то у нас нормальный стол, стул. Еще здесь не наводили порядок. Все это нужно разбирать. Столы. Пока хотя бы так. Кирюхин стол. Все тоже нужно. Вот здесь я у него уже убралась. Разобрала. Он сегодня тоже позанимался. Шкафы. Битком. Полка мужа, моя детская, Алисина, Кирилла. Так, здесь все битком. Вот этого места нам очень мало для вешалок. Нужен отдельный шкаф, нужна гардеробная. Так, а здесь у нас уже доставка из Метро. Вчера прислали нам промокод на скидку 2000 при заказе. Выше 5. Заказали на 5 там с копейками, 2000 скидка, еще платили бонусами, спасибо, 900 рублей. Короче, обошлось нам в 2000, да, вместо 5,5. 2300. Копченые ребрышки, 2 пачки, будем варить гороховый суп. Сырки, бою Александра. Пшенка, горох, Алиса, сырки. Бою Александру, боже, ты что, сколько их взял? 10? 8. Тут смотри, какой новый появился. С голубикой и ежевикой. Голубика и ежевика. Мы его все. Хлопья. Что мы еще заказали? Ряженка. Мясо. Творог. Ряженка. Ура, ряженка. Сливки, сыр, 2 вида. Творог. 5%. Фаршик, ура, домашний, свина, свиная башка, курица, филе, филе грудки, индейки. Все? Ну, это что, 5000? Нет, хлопья, соки. Хлопья, соки и вода. Это 5000? 3 бутылки минералки, капуста белокочанная. Что там еще? Морковь. Морковь не надо сюда на грязную. Картоха. Картошка, морковь и капуста. Все. И что, это 5000? Ого. Кто-то нас обманул. Подожди, ну ладно. Почему? Не вода. Молока. Молоко. О, птичье молоко. О, вот они что без меня поназаказывали. Смотри сюда. Это не кто, это мама привезла. А, это ты привезла? Тогда ладно. Ну что, начинаем покупки в России. Обувь для Алисы. Уже сгоняли в Мегу белую дачу, купили ей осеннюю обувь. Кеддо. Вот такие вот черные. А-ля кеды, а-ля кроссовки, ботинки. Они здесь шнуровка, затягивается липучка, еще и молния. Классные, легкие, удобные, широкие. Для широкой ноги. Ну, такие демисезонные, в общем, они без утеплителя, но они такие плотные. Вот, в детском мире купили 2400, 34 размера, они были вообще одни. Нам ходить совершенно не в чем, у нас только зимние сапоги и кроссовки летние, все, демисезонной обуви нет. Ну, купили, конечно, с запасом, чтобы на весну хватило. Еще одно важное дело сделано. Я перебрала аптечки, разобрала нашу дорожную. Здесь у меня детская, здесь у меня взрослая. А здесь просто капли, в общем, на все случаи жизни. Промывать нос, мироместим. Ну, кстати, 2 мироместима.
Вот, палочки ватные, так, ногти подстригать. Это мои таблетки, тоже первой необходимости. Полисорб, тут аж три банки у нас полисорба, представляете? Три банки полисорба, банки для анализов. Короче говоря, все. Просрочку выбросила, остальное разложила. Теперь у нас порядок, наконец-то. Здесь у меня полис и всякие папочки с анализами, с историей болезни Алисина, Кирилла по отдельности. Это уже все платные врачи. Все. Добро пожаловать во тьму. Круглые сутки горит свет. Так, это у нас уже следующий день. Сегодня пятница. Мы вернулись с рынка. Дети остались во дворе с бабушкой. Покажу, что купила. 200 рублей. Это для Алисы манишка. Вот такая тоненькая хэбэшная, но она двухслойная. Теплые флисовые у нас есть. Вязаные у нас есть. А вот такой тоненькой нету. Сейчас вышли на улицу. Закутались в какой-то платок. Так, 200 рублей. Купила ей серые перчатки. Она уже их надела под пуховик прям. Эти сняли, потому что у нас только розовые и фиолетовые. Так, Кирилла купила вот такие перчатки. У нас пуховик тоже зимний, черный с зеленым. Подойдут. Так, и купила им по паре колготок. Алисе вот такие черные. Обычные, тоненькие. Так. Нет, вот это Алисины черные, тоненькие. А это Кирилла. Темно-синие. Утепленная. Колготок нет. Вот они махровенькие. Колготки все старые, все выбросили. Так, ну и тут двое трусиков Алисе. Вот такие вот. Сейчас очень популярная. Такая лапша. Тоненькие, классные. Резинка широкая. 100 рублей всего стоит. О, я и так накупила, конечно, трусов в Турции, но они все такие детские, все такие какие-то несуразные. То малы, то узкие, то еще что-то. Вот купила две штучки, сейчас померим. Вот такие бордовые и черные. Так, ну конечно же, свежий хлеб, батон. Офигеть, батон стоит 48 рублей. Половинка серого хлебушка свежайшего. Так, попросила вкусных сосисок, какие-то вот такие из вырезки. Сосиски 375 рублей килограмм. Так, ой, быстрее. Здесь вареники с картошкой и луком. Тоже килограмм 220, здесь кило с лишним. Попробуем. Поляли вкусное. Так, на обед я сегодня сварила гороховый суп с ребрами копчеными. Все тут разобрала. Горох мистраль просто разварился вообще в пыль. Смотрите, гороха тут как такового нет. То есть он просто превратился вообще в пюре. Ну ладно, ничего страшного. Как-то очень быстро он отварился. Так, сегодня оделась. Моя кофточка зелененькая. Ну, это просто под пуховик. Я одела кофточку потоньше. Мои новые штанишки широкие из Мави. Вот. На голове бардак, была в шапке. В шапке, в пуховике. На улице сегодня плюс 5. Вот, очень хорошо смотрится эта кофта вот с широкими штанами. Вообще просто классно. Так, а вышли мы сегодня прогуляться до рынка, потому что... О, боже, как темно. Сейчас включу свет. Так. Оп. У Алис сегодня урок ИЗО. У нас нет акварельной бумаги. Вот купила такой набор. 10 листов, 140 рублей. Пофигу какая, все равно дистанционка. Они там будут снова что-то рисовать. Вот такой набор купили. Сегодня мы доделаем уроки. У нас сегодня ИЗО и английский. За все остальные дни мы сделали. И еще у нас сейчас идет аттестация. Это за первый триместр. Мы уже практически все сделали. Осталась только литература и русский язык. Все на 5 мы сделали. Специально хотим побыстрее, до выходных. Потом мы пойдем к друзьям. Потом мы поедем к бабушке в гости в Брянск. Короче, нам будет некогда заниматься этим. Сейчас все вопросы закроем. Так, продаем наше автокресло. Кирюха будет сидеть в Алисином автокресле в большом. Он у нас разбирается. Это был у нее бустер. Мы собрали его, короче, в машине. Теперь автокресло. А Алисе заказали большой какой-то бустер. Придет в Яндекс доставку. Она находится прямо в нашем доме.
придет, по-моему, 4 числа. А, завтра, значит, получается. Вот такая погода, плюс 5, сухо. Ну, прохладно, конечно. Алиса вообще идет, закрывает рот, говорит, холодный воздух. Вот так вот. Моим детям такой климат не подходит. Постоянно у нее трахеит из-за этого, из-за холодного воздуха. Гулять не хочет. Вот такая вот обстановочка. Завтрак в гордом одиночестве, потому что дома я одна. Сегодня у нас что? Понедельник, 6 ноября, последний выходной. Вот такой у меня завтрак. Вчера с подругой ели роллы, заказывали. И не доели. Вот эта рыбка, это с оставшихся ролл. У меня сливочный сыр, авокадо, кофе я сварила в новой электротурке. Вчера привезли нам электротурку. Очень удобно, ничего не убегает. Засыпал кофе, залил воды, поставил. Она через минуту, наверное, уже закипает и выключается сама. Здесь у меня последний герой. Вчера смотрели вечером с подругой. Ой, последний герой вчера смотрели. Это «Звезды в Африке». Так, ну вот, время у нас 9:50, у меня завтрак. Новый год продолжается, это все с прошлого года, ничего никто не снимал, потому что мы уезжали в январе после новогодних праздников, прям сразу. Так что у меня уже все готово к Новому году. Вот. Что еще я хотела сказать? Всю ночь лил дождь, я так плохо почему-то спала одна, ворочалась. Вот, одна я, потому что дети, муж и свекровь уехали в Брянск на машине. Вчера доехали, они уехали где-то в 2 или в 3, и вот только в 9 вечера почти они приехали. Но у них тоже идет дождь, так что вот такие дела. Дети поехали к бабушке, у Алисы начались каникулы, она там, они будут там недельку, а муж должен вернуться завтра. Но у меня неделя для того, чтобы убрать всю квартиру, разобрать все вещи как следует, все помыть и так далее. Так что приятного аппетита!